Друзья, всем привет! Сегодня мы собираемся поневодить немного. Тут Карасиное озеро. Попробуем, что выйдет. Вот, тем же составом. Трое. Арсений, Андрюха, я. Сяду на лодку и буду протягивать невод. Вот на такой вот лодке я поеду. Надувная лодка. Моторчик 2,5. Все, поехали. Ребята остались. Лодка у меня пустая, и легкая ветра меня сносит. Ладно, я буду рулить. Это что-то неудобно, мне ветром сносит далеко-далеко. Вот так вот потихонечку тяну невод. Сначала не разобрался, что управление меня таскало туда-сюда. Сейчас вроде понял немного. Пожелайте нам удачи, чтобы удача попалась нам в глаза, поймать хоть немного рыбочки. Вторую сторону тянет Андрюха по берегу. Моторчик у нас слабый, тянет очень слабо. Но мы стараемся изо всех сил. Тоже снимай рыбаков. Мужики, родились рыбаками, Не, вот не сильно такой длинный, да? Мешок надо одновременно вытащить. А где мешок? Как он там остался? Сразу есть. Во. Вот такие вот карасики. Да, этот невод не тянет моторчик. Лапы. И надувную лодку таскает туда-сюда по ветру. Но тем не менее я считаю, что улов нормальный, и можно будет пожарить, закоптить, завялить и сварить на уху. Сейчас все скидаем вместе и покажу, какой улов. Нормальные такие трофейные есть даже. Второй заход. А? Второй заход, а на другом месте уже. Вот такой вот улов. Улов отличный. Получается, мы за минут 20-15 вот так протянули небо. И столько поймали. О, ты куда тащишь лодку? А? Куда подпил? И там еще у нас карасики еще остались. Тут. Мелкий отпускай. Тут еще есть, да, оказывается? О, вот это вообще нормально. Вот таким вот получился улов. Вот так вот порыбачили, штук 20 карасей поймали, и едем обратно домой. Потом как-нибудь еще раз попробуем. Место нашли хорошее, вроде карась там водится. Лодку положили в вертикальном положении, чтобы вода стекла. Сейчас поедем домой на буране.
Круто. Не, вот повешаем дома. Все, поехали. Вот такое вот видео сняли для вас. Так вот живем. Рыбалка, охота, оленеводство. Ведем традиционный образ жизни, живя в лесу. Вот народы ханты, мы ханты. Ну, в общем, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!